вспомним юбилей, который недавно праздновала музыкальная общественность, да все, наверное, граждане нашей страны, это 100-летие Булата Акуджавы. И Булат Акуджава не просто поэт, это поэт-фронтовик. Он прошел войну. И, конечно, вся его поэзия наполнена смыслом глубоким. Это православная символика, православное мировоззрение. Булат Акуджава излагает таким аналогичным языком, путем сравнений и таких, в общем-то, уходов в аллегории, говорил о вечном. Итак, виноградная косточка исполняет Евгений Гончаров. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву. Созову я друзей, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слову. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле ты вечный живу? Темно-красным своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я от любви и великой печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, и опять, и опять проплывут предо мной наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле ты вечный живешь? А иначе зачем на земле этой вечной живу?